В Брюсселе по инициативе казахстанского студенческого сообщества «Казах Сусайти» и при содействии посольства нашей страны в Бельгии прошла благотворительная акция по сбору средств пострадавшим от наводнений. Посетители ярмарки смогли узнать о последствиях паводков, а также о работе по эвакуации и помощи гражданам. Бельгийцам, гостям европейской столицы и студентам были предложены картины казахстанских художников, изделия ручной работы, аксессуары национальной одежды и украшения, сувениры, а также блюда казахской кухни. Все собранные средства будут направлены на счета фондов помощи. Напомню, это уже второе благотворительное мероприятие казахстанской молодежи в Бельгии по сбору помощи пострадавшим от паводков. Это самая малая часть, что мы можем сделать для наших соотечественников, которые такое, ну, в таком тяжелом положении оказались. Мы здесь, будучи за границей, конечно, очень сильно переживаем. И все, что можем сделать, мы стараемся. Я бы хотела им пожелать терпения, чтобы они знали, что мы, казахи со всего мира, всегда будем их поддерживать. Сегодня у нас была отличная возможность не только лучше понять казахскую культуру, но и поддержать в этот трудный момент пострадавших от наводнений в Казахстане. В последние годы в Бельгии, так же как и в Казахстане сейчас, были разрушительные наводнения. В вашей стране тогда многие говорили об этом. И сейчас мы здесь, в Брюсселе, собрались, чтобы также поддержать ваш народ.